Привет всем, кто с нами. Это третий выпуск игровой механики Overwatch. И речь в нём пойдет об особенностях скиллов и ультимейтов. Поехали. Гензи способен отражать практически все атаки и ультимейты. Так, к примеру, отразив ульту Фарре, можно перебить всю вражескую команду, ведь отзеркаливается просто дикий урон. Все то же самое и с ультой Зари. Контратаковать Мэй уже посложнее. В большинстве случаев девчонка кидает дрона под себя, но при должной сноровке его все-таки можно отбить и заморозить врагов. Возвращаем Макри законные 25 урона и оглушаем его и союзников, если таковые рядом с ним есть. Ультимейт Бастиона сплэшевый. Отразив его, можно опять-таки за пару секунд перебить весь вражеский отряд. Самое страшное оружие Трейсер играет против нее. Ультимейт Турбосвина сильно отбрасывает соперника. Если отразить этот ульт, то можно как минимум скинуть оппонента за пределы карты. Гензи не может отражать энергетический урон. Уинстон, Заря, Симметра и Мэй — все те герои, против обычных атак которых отражение не срабатывает. Светошумовая граната Макри может сбивать некоторые ультимейты и способности. Однако на суператаки Солдата, Гензи и Бастиона это не распространяется. Ультимейт Макри кладет Райнхарда на лопатки. Но внимание, через щит ульта не действует, хотя снимает в районе 800 единиц у самого щита. От рывка Райнхарда можно успеть увернуться. Вас откинет, отняв 50 хп, но не пригвоздит к стенке. Взрывной волной Фары можно легко вышвыривать соперников за границы арены. Но этот прием не действует на Бастиона в режиме турели. Залезая в свою меху рядом с противником, Дива откидывает его и отнимает при этом 50 хп. Если у соперника здоровье меньше, он умирает. Криостазис Мэй является искусственной преградой, следовательно, за ней можно прятаться от ультимейтов. Ульт Дивы можно закрыть куполом Уинстона. Купол поглотит весь урон. Капкан Красавчика не срабатывает на рывке Гензи и Трейсера, а вот Райнхарда он останавливает прекрасно. Падая турбосвином за пределы карты, вы можете успеть забрать соперника с собой. Помогайте сопернику с перемещением. Крюком турбосвина вы останавливаете рывок Райнхарда. Также турбосвин может цеплять адское колесо. Оно не будет притянуто, но окажется в стане на короткое время. Ультимейт Зиньяты дает ему 6 секунд неуязвимости. Но это не значит, что в эти мгновения его нельзя выкинуть с арены. Стена от Мэй разрушаема, но чтобы разбить ее, нужно нанести большой урон в одну из частей стены. Отдельно поговорим о сфере диссонанса Зиньяты. Жнец может снимать с себя эту сферу, уходя в тень. Трейсер снимает с себя сферу, делая возврат.
Также это работает и на ловушке от вдовы. А теперь Заря и ее гравитационный импульс. Посмотрим, кто может выбраться из черной дыры. Огонь по готовности! Огонь по готовности! Нет! Огонь по готовности! Огонь по готовности! Нет ощущения дежавю. И еще одна фишка. Гензи может отбить ультимейтовую стрелу Ханзо. Дракон сыграет за вас. На этом все. Спасибо, что смотрели. Новое видео уже скоро. Не забывайте заходить на goodgame.ru и подписываться на канал. И помните, мы за вами овервотчем.